если мы, Дим, тоже против тебя будем? Ё-моё, ё-моё! Да я специально поддался, я вам говорю. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Шрек, Фуфлик, Черный, FMZoom, Васаби, Форум, Арара, пацаны, поздоравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем передаем огромнейший привет. Всем привет. Ребята, мы скачали очень классную карту, называется GM Arena, это арена, которая находится в космосе, здесь маленькая гравитация. И сегодня будем убегать от злых монстров Бенди. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Расскажу, ребята, у всех по 25 жизней, и Бенди будут убивать с одного раза. Поэтому будьте осторожны. И кто проигрывает, тоже берет Бенди и начинает мочить других. И в конце останется один выживший, который будет считаться победителем этого ролика. Дима, давай, кто первый умрет, тот лох. Да. Ну давай. Раз ты так хочешь, тебе так будет легче. Ой-ой-ой-ой-ой, тут теперь можно классно реально бегать. Сразу скажу, ему будет очень сложно. И кто вообще проиграет или вниз упадет, то тоже берет Бенди. Ваша смерть, это означает, что вы берете... Да, я не виноват. Дим, уходи в этот квадрат в центре. Я тогда смогу выпрыгнуть, так как жизни. Ой, так как гравитация. Не-не-не, тогда не буду, он меня убьет. Ну что, давай, ударь меня. Ха-ха, косожоп. Дима бессмертный. Уже два? Не, не бессмертный. Их два. Бессмертных. Уже два? Он одна. О, вы что, мочите? Нет, это тот же. Не, FMZoom же, это ж уже другой. Блин, а я стою и смотрю, меня чуть не убил, ё-моё. Смотрел на свою голову в другую часть экрана. Не, пацаны, так что у нас FMZoom лох получается? Да, он первый. Молодец, молодец. Опа, опа-па, отлично. Дима, иди сюда. Не-не-не-не, ты меня не убьёшь. Ой, я боюсь. Не бойся, не бойся. А, блин, тут мешает мне шнур двигать. Арара, ну ты же вроде как хороший игрок. Я сильно бежал быстро. Я понял, бывает. Я буду сюда вот тут стоять пытаться. Опа! Вообще красота. Ой-ой-ой, их сколько. Их уже трое. Трое, будьте внимательны, пацаны. Сейчас окружать будут. Не-не-не, не окружат, не окружат. Чего? Опа! Я выхватил, как вас от них убегать. Опа-па! Ой-ой-ой, лучше вниз не падать, потому что реально стрёмно. А! Ой-ой-ой, еще чуть-чуть я умер, вы видели? Это было на соплях. Много кто. Так-так-так, отлично. Ах ты! Пацаны, вы что там сидите? Это же нечестно. Спрыгивайте! Да, вы же запрыгнули в то место, где недоступно им будет. А нет, это FMZoom. Так-так. Что, у всех по 25 хп? Ни у кого же больше нету, да? Да. Отлично. Отлично, ребята. Кричат, пердят, кряхтят. Кстати, я думал, что будет первому игроку очень сложно нас убить. Но я заметил, что у нас попались профессионалы, которые довольно-таки неплохо играют. Опа. Опа-па, сзади жопы пролетел. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень крутое и веселое. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ты только за мной только не бегай, окей, да. Девочка, вот. Отлично. Так, сколько у нас уже? 4 на 4 поделилось или больше уже, Бенди? 4 на 4. 4 на 4. Они когда бьют, надо останавливаться или нет? Да. Так что, если постоянно двигаться, они вас не смогут ударить. Я не понял, что за совет. Главное, за каждым уже смотреть. А да, да, да. Смотрите, как красиво, я всю карту перелетел. Это все просто читы. Так, а что там залетел Бенди в этот кубик и не может выйти? Бакабу. Опа, не попал. А хорошая была. Васаби, ты проиграл, да? Он уже, да, проиграл. Упал, они меня не убили, я сам упал. А, ну все, это все равно считается, что ты лох. Ты еще обидел. Дима, теперь беги. Нет, ты меня не убьешь, смотри. Опа-па. Да, не бойся, Васаби. Так меня не убить. Опа-пачки. Смотрите, как красиво мы выживаем. Просто лучшие игроки на планете. Ой, Арара. Арара уже ж был умерший вроде бы. А, да. А кто тут на уклипе летал? Васаби. Опа-чечечки. Я на месте. Я хожу тут.
попутчички. Блин, классно, ребята. Очень стрёмно, когда столько бенди. Просто жесть. Капец, это вообще... Давайте, кто останется последний выживший, сможет использовать пригвождатель или разную какую-то оружку. Тут было легче ему выживать. Надо. Так, форму Диме нельзя оставаться последним. А чё? А если мы, Дим, тоже против тебя будем? Ё-моё, ё-моё! Да я специально поддался, я вам говорю. Все гасите форума, все гасите форума. Какой форум? Так, теперь я беру Бенди. Погнали. Теперь все гасите форума. Какой форум? Остался черный, я, кто-то еще. Так, сейчас я опережу их события. Опачки, иди сюда. Они единственные из них, кто умеет играть. Да? Вы же заметили то, что только Димас умер от рук Бенди? Да, аниматроника. Ой, аниматроника. Все остальные сами. Блин, это весело, это весело. Джек, стоять. Я убил Димаса. Так, давайте, контролируйте, кто останется последний, дать ему время, чтобы он оружие мог взять. Так, 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 я вижу, я вижу. Я боюсь бегать. Я тоже. Да не бойся, не бойся. Так, давайте, пацаны, окружаем их. Одни... А, трое еще живых, да? Да, трое. Так, давайте, одни стоят, короче, наверху, а одни внизу. Я наверху. Да, и не пускаем их. Надо, короче, встать, знаете где? А, там, где как раз заходить в эту фишку. Осталось двое. О, вот так, смотрите, все, встаем, все. Один стоит, все. Так, все, стоп. Давай, оружие бери, давай, мы даем тебе время оружие бить. Не бейте его. Все, я готов. 3, 2, 1, давай. А мы не пригвождаемся, что ли? Пригвождай, нет, не пригвождаемся. Это уже бесполезно против меня. Иди. Давай, 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 давай. Так хочется тебе ударить. Так, пацаны, давайте как-то да, делаем тачку. Одни стоят здесь, вот не дают ему зайти. Все, гоняйте его, гоняйте. Да ну блин. У меня злодался, я теперь двигаться не могу. Сейчас упадет, сейчас упадет. Ну, так, я же тебя должен ударить. Все, стойте, стой тут. Стой, стой. На проходе прям стой. А я буду его гонять. Все, все, все проходы позагораждайте просто. Я буду его гонять здесь. Это ничего страшного. Так, так, так. Давайте, все за ним, все за ним. Что, форум испугался? Я обосрался. Вы же все равно можете бить, да, когда стоите, даже пригвожденная? Ай, блин, один проход не чекали. Так, давайте, если он продержится 3 минуты, он будет победителем. Нет, вот. Да ну, блин. Согласны? Чё, офигел? Да, я согласен. Он сейчас пригвозит. Не, давайте 5 минут дадим, то что 3 минуты. А чё? 5 минут продержаться надо. Так, все время засекаем. Вот сейчас у нас роли, вот 8 минут ролика. Все, засекаем отсюда 5 минут. Когда будет 13 минут запись уже идти, значит он победил. Подождите, дайте мне патроны выдать. Подождите, мне патроны. Пацаны, когда у вас пригвождают, вы можете с контролом ходить. Подожди, Шрек, подожди. Нет, никаких тебе уже поблажек. Хорошо, хорошо. Никак, мы тебе дали время оружия взять, все. Все. Пацаны, давайте, все за ним, все за ним. Да зачем вы ее издеваете? Так, 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 надо его опередить немножечко. Надо все загородить проходы и... Что? И все. И убить его. В воздухе пригвоздил, представляете, смотрите. А я контр нажал и хожу. С контрола можно ходить. Даже пригвожденным. Ха-ха-ха, это так не работает. Форум, беги, все равно тебе. Я могу телепортироваться? Я даже ползти идти не могу. О, все. Побежал, побежал, побежал. Ай, попал, ай, попал. Я и по себе попал. Папа не двигается. Иди сюда. Все за ним, я все за ним. Спрятался. Ты что, офигел? Ползем за ним, ползем. Ой! А, блин, эти шурупы вонючие в животе долго сходят. Так, ну что, он уже выживает 1.5 минуты. Что? У меня 5 хп. 5? 5 хп. Давай, давай, давай! Блин, я хочу, чтобы он проиграл, я не хочу, чтобы он был выигрышным. Мы все проиграли, и он должен проиграть. Давайте, все за ним. Так, я наверх, быстрее он сольется. Почему он дольше всех живет? У него есть маленький скин, у единственного. Поэтому и дольше всех живет. Нет, это не маленький, тут он как большой считается. Нет, он маленький. Я тебя не ударил? Нет. Надо, блин, я так думал, что его убит, так обрадовался.
Я бы не умер, если бы... Так, ребята, я сейчас, короче, буду опережать события. Я вот так встану здесь. Давайте, все занимайте все проходы на этот. Все. Снизу кто у вас будет? Саби, а как ты в воздухе стоишь? Я вас сами просто пригвоздил в воздухе, и все. Так. Офигел. Ах ты, зараза, так хотел попасть. Не, у него скин маленький, но он двигается как обычно, не сильно быстро. Да, проблема, боксы у него там маленькие. Не, с хитбокс вроде одинаковые. Боксы, они не меняются. Меняются. Я даже с контролом ходить не могу. Да он... Так, смотрим, он уже выживает 3 минуты практически. Да ну читер. Давайте мы теперь будем... Да ну ты серьезно? Бенди. Тут есть другие Бенди. У нас есть, кстати, другие Бенди. Которые нет, тоже... Я эти медленные очень. Это самые быстрые. Нет, там есть и другие. Но они бьют на расстоянии, те, которые другие. А кучитеры. Да зараза, так хочу тебя ударить, ты пригвождатель. Блин, нафига я сказал, что пригвождатель брать можно, да? Я бы все равно взял. Нет, ты не умный. Ты что, офигел? Давай, блин, да смотри, попасть не можем, сколько у него жизни? Сиди, а давай, если мы не можем по нему попасть, может, мы заставим упасть куда-то? Не, давай без пригвождателя попробуй повыживать. Можешь без пригвождателя выжить? Давай, давайте. Давайте, даже интересно. Все. Я убирал пригвождатель. Ну, а какая разница? Для этого можно было идти и убирать его. Или даже его не убирать, в руках просто не использовать. Так, пацаны, давай, короче, тоже делаем. Прописываю всем по 25 кп, сейчас будет битва ПВП. Все играют за Бенди одинаковых. Будем между собой драться. 3, 2, 1. ПВП началось. Господи, васаби, ну ты подлец такой. Я так хотел бы выживать хорошо. Мгновенно меня убил. Так, кто проиграл, просто наблюдает. Короче, будет победитель теперь в этом ролике тот, кто последний останется за Бенди выжившего. Тот и будет побеждателем. Побеждателем. А кто побеждатель? Нет, не мешайте ему, пацаны, он должен выиграть. Он так хочет, по крайней мере. Блин, ну вы серьезно? Так. У нас кто еще живой? Я вижу, у нас Арара живой, Форум и Васаби, а который я зашкерился. Ты я все проиграл? Проиграл, все, проиграл. А че вы зашкерились? Давайте драться. Вы че стали за углами круглых домов? Давай, выходи. Так, еще черный. Ну, пацаны, давайте, играйте. Вы че же крысятничаете? Я хочу, чтобы была битва. О, четверо? Иди ко мне. Давайте. В центре, давайте. В центре встречайтесь и деритесь. Давай, тимимся. Давай. Против черного давай. О, давай. Сговоритесь против одного. Не бей меня. Это прикол. Туда. Ладно. Так, кидай, отлично. Нет, кидайте. Что-то вы, пацаны, долго деретесь. Да. Давайте. Боитесь, да? Там васаби, да, не бойся, подходи, первый просто бей. Высчитывай дайминг удар, и ты выиграешь. Смотри, вот он только ударит, и ты сразу подходи, бей. Подлови этот момент. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Ну, давай. Ой, пошел вон. Ну, давай. А, я тебя увидел. Ах ты, очкошник. Да черный стоит там, я убегу. Ну, черный, будь белым, давай, выходи. Я секунды. Секунды. Ой. Ага, васаби. Что-то как-то сыпать. Короче, ребята, если вы за 2 минуты никто не выиграет, я взрываю бомбу. Будет ничья тогда. Тогда будет ничья. Или выигрывай, или побеждайте. Васаби, предлагай тим против черного. Давайте. Давай, тимимся. Иди первый, давай тимимся. Нет, ты иди первый. Я уже... Так. Сейчас минута уже скоро пройдет. Иди, вот я тогда. Поехали. О, отлично, молодцы, придумали, давай. Давай. Да вы что это? А чё вы не убиваете его? Не попадаете, да? Подожди, Дима. Ооо. Ну что, давайте, осталось двое. Подожди, васаби немножко. Все, давай. Давай. Форум. Извини, форум. И васаби. Форум ничего личного. Ты выиграешь, давай, васаби, я в тебя верю. Да, так, бомбу убери, убери бомбу. Убери бомбу. Да, пока не надо. Все-таки должен быть победитель у нас в этом ролике, я надеюсь на это. Давай, а давай, давай, ну не бойтесь, пацаны, не ссыте. Да ну, ё-моё.
Подходи резко и бей первый, просто на ходу бей. Ну! Да вы не попа, вы ветер бьете! Да тут прям притык надо. Как же классный киберспортсмен в горе смоль. Полминуты до взрыва, пацаны. Нет! Да! Или побеждайте, или все. Форум, молодец! Красавелла, брателла, ты смог. Какая бомба! Проблема в том, что я убил практически всех, Дима. Ну так должно было быть, я специально торопил, чтобы ты проиграл. Что, получается у нас в этом ролике форум победитель? Да, я и убегал. Красавчик. И выиграл. Респект тебе. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.